Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня у нас заключительная часть первой серии Crysis Remastered. Да. Также всех приветствую, кто зашел по данному видео, по ссылочке. Вы на канале Gathering with Crow. Да. Сегодня у нас будет довольно-таки жаркое прохождение. Сражение века, если можно так выразиться. Немножечко стрим понастраиваем, и все собираются. Да, так и сделаю. Как вы можете заметить, мы остановились на моменте с проникновением в корабль пришельцев. Всем здравствуйте, да, дорогие друзья. У нас пока небольшая настроечка стрима проходит. Прям буквально пару секунд еще осталось. Да. Мы проникли в корабль пришельцев. Сразились с генералом корейцев перед этим. Победили его в кулачном бою. А сейчас пытаемся выбраться из корабля. Так, вот и сюда. Ладно, по ходу дела разберусь там. Давайте. Давайте начинать. Привет, Зет. Доброго вечера. Thank you.
Да, так, мы в невесомости находимся тут. Такой еще враждебный и кальмаровидные существа у нас появляются. И мы должны вроде... Да, умереть один раз, это стандартно. Да, так и сделаю. Должны... Так, сори. Вроде бы сюда. Тут очень запутанные локации на данном корабле. Да, сегодня, думаю, закончим первую часть Крайзиса. Да. Чтобы эти пещеры больше так навязчиво не напоминали о себе. И дальше продолжим различные интересные проектики. Тут, в принципе, осталось такое самое интересное. Все основные битвы с пришельцами, с людьми Рубилова 2 на 1. Вот тут не надо было пройти. А было не особо понятно до сего момента. Здравствуйте, Серафима, да. Мы вот только начали. Присоединяйтесь. Сейчас пособираем тут боеприпасов, продолжим свой путь. Ладно, думаю, хватит нам боеприпасов из данной позиции. Может, что-нибудь... Эти твари сюда много чего притащили. Ух, пулемет целый. Пулемет нужен. Так, куда нам надо было? Угу. Отсюда вылетели. Соответственно, куда-то вниз нам. Провод, да. Нечто живое, но кажется, по нему течет ток. Что ты предлагаешь? Не, эта штука непробиваемая, ее убить нельзя. Нам получается сюда. Тут еще больше механизмов. Только они совсем другие. Какие-то манипуляторы. Всех приветствую. У нас тут потихонечку пока сюжетик продвигается. И опять ничего не понятно. Кстати, поздравить можете, у меня сегодня
Завершился заказ, я с новыми очками теперь вижу все в полтора раза лучше. Да. Спасибо, спасибо. Вообще странная фигня. Может, ее по ней пострелять надо. Ну, чисто так она не пропускает. Соответственно, нам надо в ту комнату. Ну, это затянется. Рассказывайте, как у вас дела. Пока буду придумывать, что тут делать, блин. Очень уж тут заковыристо локацию предпоследнюю сделали. Тупо это не открывается. Так фиг там, она не ломается вообще никак. Отсюда мы пришли, вот смысл. Нет. Ладно. Все коридоры очень похожи по своей сути. Да. А дела у нас как обычно. Рассказывать рутину смысла больше нету. Ну а как же? Каждый день он... Ну или каждые несколько дней должна какая-нибудь интересная вещь появляться. По крайней мере, человек интересный. С которым завязана какая-нибудь история. То есть этот механизм работает. И что он делает? Он делает какой-то барьер полупрозрачный. Или это типа выживание на волны? Скорее, да, выживание на волны тут вот. Каждую такую клеточку проходить надо. Угу. А слышно меня хорошо, да, то есть? Звук нормально слышно. Понял, понял. Отлично. Так. Ну, значит, поехали по какому-то странному туннелю, раз такая возможность нам дается. Нас тут ускоряют. Ускоряют очень сильно в этом потоке. Где я? Черт возьми. Где-то в пещере. Или уже давно не под пещерой. Тут смотря как смотреть.
Ну, выбраться из него я не могу, это тупо. Нас фаст-тревел куда-то ведет. Показывают, как локация с этой золотой жилкой ветвица. Да. Еще удивительный факт, что тут охранных систем по факту-то и нету. То есть корабль просто защищают его местные обитатели, кальмарики. А вот каких-нибудь турелей или просто ловушек замечено не было. Ну, задание то же самое, да? Пройти не дает нам. Вот это я понимаю, главный центр. Кажется, они готовят вторжение. А как иначе-то? Пришельцев с какой-то целью сюда послали. Похоже, знаете, на роботов из войны Z, или как-то так называется. Вот там тоже были вот такие кальмароподобные, ходящие на большом количестве ног. Этих сущностей. Ну и что? Все, можно идти? Нам показали катсценку, где они появляются в свет. Да, очень верткие эти существа. Довольно-таки сложно по ним попасть. Дробовик у нас уже забился под патроны. Вот самого дробовика у нас нету. А, получается, вот куда-то сюда. Или тут чисто лутецкий. Да, сюда. И опять же непонятно было, правильно этот путь или нет. Что-то потемнело резко. Дорогие друзья, я, конечно, понимаю, что у вас тут, может быть, проблемы с энергией. И включите свет. Эти твари пробуждаются. Да ладно. Та-та-та-та-та. Мы их уж как сильно побеспокоили, то из пробуждения тут не обойтись, это точно. Да. Переключимся на защиту, потому что они вот своими ближними атаками ваншотят, считайте. Ну, еще добавить дальних, и все. Идите в лесом, честное слово.
Тут какие-то электрические потоки проходят, что не значит, опять же. Это типа зарядка, да, происходит? Какого-нибудь межгалактического орудия, которое сейчас жахнет и уничтожит полострова. Это ужас какой-то. Просто в одного целишься, двое начинают изводить. Тут у нас такой своеобразно медленный и очень болючий замес произошел. Ну давай, заряжайся в итоге. Ты сможешь. Нам в эту дверь, я уверен. Защищай честь от пришельцев, выполнено. Отлично. Полетели от винта, как сказал бы один хороший человек. Получено достижение. Возвращение домой. Довольно-таки интересный был момент с этим кораблем, но запутанно. Все очень было запутано. И в один момент даже я потерялся. Всех приветствую. Наливайте чаек, доставайте печеньки, у нас тут прекрасная концовочка первой части Крайзиса намечается. Бах. Ты наверху! Твой сигнал стал очень четким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Идем по твоему хорошо, сигналу. В конце Похоже, здесь выход, но ближе не подойти. Дистанция обнаружения... Вот и он. Номат, видим тебя. Берегись! Пришельцы тут провели свою акклиматизацию. Теперь холодно на острове. А были субтропики. Вот кто сказал выпустить Кракена? Вот. Все на свете он появился. Долго ли? Что там творится? Можешь толково объяснить? Рад бы, майор, но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. Есть. Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. У входа в долину развернут пункт эвакуации. Всех, кого найдешь, веди туда. Нам-то помог выжить наш супер-мега-имбалансный костюм. Да. А остальным воякам-то не повезло уж точно.
Резкие перепады температур для организма губительны. Дробаш. Тема. Сейчас патроны подлутаем. Тут для битв необходимо будет нам. А то как финального босса-то бить? Да, так, из обвесов у нас что есть? ЛЦУ. В принципе, коллектор поставим. И выглядит уже неплохо. Угу. А вот и они. Там. Это мини-кальмарики, что ли? Очень похоже на них. С ними наш нано-костюм начинает сбоить. Опять же, намек. Что либо у них есть какая-то технология, позволяющая глушить наши высокотехнологичные системы, либо это, опять же, технология, взятая у этих же пришельцев. Но я вот, честно, зиму не люблю. Вот зимой холодно, после зимы опять же все тает, все везде все подтеки. Вот не знаю насчет вас, но вот зиму я вот не очень люблю. Вот лето, лето зашибись. Но еще никуда не шло осенью. Но опять же зависит от того, где ты рассматриваешь времена года. В средней полосе довольно-таки неплохая осень. Удовлетворительно. Так кто? А. Тихо, успокойся. Ё-моё. Сколько в тебе надо дробаша попасть, чтобы ты упокоился? 2, 3. Они еще и взрываются. Удивительно. Роботы самоуничтожающиеся после своей смерти. Кстати, интересная возможность, чтобы не использовали как бы технологию какую-то пришельческую и одновременно нанести максимальный урон сопернику. Зима — самое фиговое время года. Согласен, да. Она у меня каких-то теплых чувств не вызывает. Ну, конечно, кроме воспоминаний, связанных там с проведенными там на каникулах родственниками и всеми такими светлыми моментами. А так в моментах зима радости нет, не вызывает. А вот когда будет большая эта буба? Сейчас развалим ей кабину. Взорвем остров. В принципе. И можно будет возвращаться домой к себе в Америку. Там-то нас точно наградят. Либо наоборот разжалуют. Ну, в принципе, у нас наш отряд уничтожен. Да харе.
Поэтому от нас избавиться тут как нефиг делать. Да вы зае. Сколько вас тут, ё-моё. У нас патронов нет столько. Предлагаю бежать. Ну блин, чё ты пулемет-то не оставишь? Нафиг он нам нужен? Вниз. Так, это мы с горы спускаемся все ниже. Можно заметить какую-то все. После землетрясения или вот этого катаклизма разрушение произошло. Да. А тут у нас сценка. Ледяные статуи с техникой. Стрикленд, это Номад. Нашел твоих морпех. Живые есть, сынок? К сожалению, нет. Как нет, сэр. Выживших нет. Хотя бы не мучились. Два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Большая боба. Что за... Наш командир, пророк. Конечно. Только пушку дайте побольше. Что с тобой случилось-то, пророк? Мы уж думали, ты погиб. Меня так просто не убить. Зачетный мужик вообще. Жалко, что в следующей серии его последний бой будет. Ну, это так, спойлеры, сын. Так. Да я, в принципе, держусь-то, ты там сам держись. Ну вот ты, конечно, стреляешь очень хорошо со своего пулемета, но попадаешь неметко. Еще непонятен их мувсет чуть-чуть. Нафига они вообще напрыгивают? Я понимаю, что они самоубийцы. Но вот напрыгивать-то не обязательно. В самом начале-то напрыгивать смысла мало. Как же ты? Надо отступать. Иди назад. Сперва тебя надо подлатать. Бесконечные патроны. Вот только перегрев существует у данного оружия. Это уже интереснее. Очень быстро остывает. Это рад. Это еще один плюс к оружию. Эти мобы какие-то совсем несложные. Маленькие робо-пришельцы с щупальцами. Что за задержка, Номад? Мои ребята ждут тебя в пункте. В
Вот там что-то большое упало. И окончательно разломалось на части. Мамочка пришелец пришла. Где ты? А, вот. Ну, давай повосстанавливаем. Она секунд 10 восстанавливается максимум. Восстановил? А тут у нас военный городок. Скорее всего, корейский, потому что, ну... Американцы тут землю в принципе не занимали. А вот корейцы по всему острову были очень сильно распространены. Перегрев. Уже дымится. Большой мама робот кальмар. Угу. А кого прикрывать-то? Вот на мини-карте не подсвечен никто. А, в воздухе опять, да. В смысле ложиться? Блин, с корейцами больше было движу, чем с этими... летающими машинами. Тупо под защитой стоишь. Но двое уже побольнее бьют. Это факт. Минус один. Робокальмар. И мелкие поперли. Как будто... Ну вот отойди, пророк. Как будто без них не хватало проблем. А все это взорвался. Получается, избитых третий уже. Четвертый. Даже небольшая физика разрушаемости этих взрывов имеется. Ну как небольшая? Дом разлетелся тупо из картонки. Как будто построен. Да, у нас тоже тут какие-то процентики капают.
И, скорее всего, не к добру. А, это запас тепла. Понятно. То есть, находясь у очага, мы восстанавливаем какую-то... Не знаю, как это назвать. Ну, короче, в системе есть какой-то баланс, который мы поддерживаем. Батарейки какие-то, дающие нам тепло или что-то такое. Но вот им тупо нельзя дать подойти, а так они... Ну, не страшно. Отойди, пророк. Вот я бы дал ему свое оружие, да он не возьмет по-любому. Вот. Функции, да, нету такой. Знаем, знаем. Мы тоже помираем потихонечку. Вот туда и побежим. Ну ты греться-то будешь, нет? Кого? На кого смотреть? Ты греться-то будешь, дед? Стоит там что-то, про энергию бубнит и одновременно замерзает. А вот здоровье вообще ни к черту. Это большой мама-робот прибыл, что ли? Или это мелкие? А, мелкие, да. Ну, значит, мелкие будут нас убивать. Бежать. Нам надо вывести тебя. Нам бежать некуда. Ну чё ты не греешься-то, блин? Тупо в огонь заходить надо, чтобы он как-то начал пополнять эту шкалу. Резвые ребятки. Да. Типа что-то разведчиков, думаю. Потому что тяжелого вооружения у них нету, да. Привет, Лот, привет. У нас тут такие неплохие замесики пока происходят. Но финального босса вроде не было еще. Да, он будет, думаю, попозже. Так что ничего не пропустил. Сабнатика, да, была в субботу. А, как можете заметить, я поработал над стилистикой канала в плане... Теперь в описании можно заметить, ну, там, приветствие, такое, основной развлекательный контент, который есть, да, ну, который будет, ну, и, в принципе, пока можно... вести, ну это я имею в виду без приобретения дополнительного оборудования в плане этой ПК и всего такого. Также под описаниями в роликах можете заметить, есть такой, ну тоже прикольный моментик, как я думаю,
примерным представлением, что нас ожидает в игре. Да. А Сабнатика в субботу была. Ну, в принципе, там мы дошли только до первого транспорта, поизучали начальные локи. Самое же интересное там на глубинах будет происходить. Ну и когда мы откроем хоть какой-нибудь инопланетный храм. А пока там, в принципе, просто так чилово провели время. Дела, в принципе, все хорошо. Дела. Пишу диплом, да. Не без этого. Там по врачам немножечко хожу. Не, эту пушку мы не выбросим. Да. Так сказать. Ежегодная проверка здоровья. А диплом практически написан. Ну там эконом-часть заверили мне уже. Осталось там заключение написать. Список источников. И в принципе диплом готов. Вместе с презентацией. Только выступить осталось. По настроению все так же прекрасно. Есть, правда, небольшой недосып, связанный, опять же, с созданием и проверкой диплома всю ночь. Но это дело наживное. Думаю, отосплюсь еще. У тебя как вот дела? Прописал еще какие-нибудь экзамены? И как здоровье? Если сегодня игру пройдем, выставлю один интересный постик с названием нескольких игр. Там посмотрим, что из списка победит. Ну, то и продолжим, соответственно. Примерный план уже был использован в прошлом опросе. Этот ничем не изменится. Дела нормально, закончил хорошо. Средний балл за первый семестр 79,40, ну и 0,4. Одного было не хватало, чтобы получить твердую четверку, но получил минус четверку, Хотя бы хорошая оценка. А у вас минус учитывается, то есть в оценках? У нас, даже если ты на экзамене там какой-нибудь условный 4 с плюсом получил, там всем пофигу, просто 4 ставят. Да. Вот хорошо все, что отлично. Или по крайней мере удовлетворительно по твоим меркам прошло. О, я так понимаю, продолжение Крайзиса будет в опросе? А как же? У нас зря что ли трилогия присутствует? Чего это такое? А, они опять замораживают тут все. Да, у нас на канале, если все отлично пройдет, будет три части из серии Crysis.
самая неплохая вторая часть. Про третью не скажу, я там видел ее отдаленно. Ну, вроде там тоже замесики такие интересненькие были. А сейчас у нас тут... Там еще парочку интересных вариантов поставлю. Но я делаю, как сказать... Подумываю сделать рецензию на For Honor, да. Ну как... Взгляд новичка на данную игру. Это пока так. Только делаются шаблончики. Настроение... Ну, чего-то чуть ниже. Не знаю почему, а так вроде норм. Ничего страшного, поднимем. У нас тут такое рубилово, после него сразу становится на душе легче, вся агрессия пропадает. Особенно, когда ты мочишь кого-нибудь не своей расы. Но в прошлом опросе, как я помню, Секира вообще как-то никому не зашел. Не знаю, либо не распробовали, либо просто мало действий на квадратный сантиметр там было. Но Секира что-то не зашел. Вот за Ведьмака понятно топили. За Крайзис тоже. Топили. Ух, у нас тут гоночки на машинках. Точнее, по стрелушке. Вообще отлично. Сзади. А чё мы бедняк там оставили? Они же, в принципе, могли за нами ехать. И без проблем догнать. В кого? А вообще этот пулемет имбище, он просто их разносит. Это, не знаю, из чего сделаны эти мега-кораблики, кальмарчики. Но с пулемета они разносятся, ну, очень быстро. Главное только попадать. Терплю бедствие, терплю бедствие. Сейчас, ребята, чатики я почитаю. У нас тут замес серьезный. Штаб требует, чтобы мы вытащили эту женщину. А я постараюсь прислать кого-нибудь за вами. Понял. Мне показалось, или там отдаленно кто-то кричал нецензурные вещи. Вот прям легенькое такое. Все, высадка. А, у нас разрушение. А почему-то мне вообще не хочется диплом защищать и выходить. Хотел бы просто показать, чтобы сказали оценку. Потом... А, хотел бы просто... А, показать и скажет оценку. Потом уйду, либо переделаю. Ну, дипломы вещь серьезная. Тут нужен подход. Главное, вот знаешь, они посмотрят, как ты сделаешь диплом, правильность его. И главное, отвечать на вопросы. Их деликатные, очень уверенно. Главное, уверенно нести чушь. Ну, я, конечно, утрирую, чушь-то нести уж не ставят. Но вот знания, которые ты накопил за все те курсы, что учился... Их стоит
применить, рассказать и показать, чего ты из них понял. У нас, в принципе, он преподаватель, довольно-таки хороший человек. Там, с дипломом нам помогает. Прошу без особых вас, проблем. Меня отсюда. Имею в виду без пилот каких-либо снаружи есть. Дополнительных условий в качестве там денежного поощрения или какого-нибудь материального. Вот. Решила нам устроить на этой неделе что-то наподобие, знаете, предзащиты, вот. Там выступим, покажем, как себя будем вести, на вопросы отвечать. Чтобы совсем уж неподготовленными и смущенными такой серьезной аудитории, как четыре преподавателя, точнее, три преподавателя и один представитель сторонней организации, не попали. Так. Потому что при защите диплома, как и при прохождении ему подобных процессов, от тебя зависит минимум. Если комиссия решит влиять, валить, их это не остановит. Ну, согласен. Все судьбоносные решения принимает комиссия. Да. Понравился ты им, нет или да. Но опять же, если у тебя там хорошие отношения с преподами или теми, кто эту комиссию составляет, то проблем не составит. Ну как хороший, просто ты не на плохом счету. Как минимум. Но опять же, они же не могут прям отличившегося, точнее, студента, который все ответил, прям, ну, поставить ему 3 или 2 даже. Ну как минимум 4. Они удостоят кандидатуру в будущие специалисты. Я застряла. Дверь не открывается. Пахнет горючим. Прошу вас, вытащите меня отсюда. Давай, прикрой меня, а я попробую освободить ее. Держись. Я помню, у нас какой-то год я присутствовал на защите диплома. И там, ну вот, было трио преподавателей из нашего колледжа, один из сторонней организации, и вот тупо студент ничего не знал. Ему там какие-нибудь базовые вещи начального второго курса спрашивают, он тупо не знает. Как делать диплом, тоже там моментиками не отвечает. Ну и пытались его тупо вывести на троечку самыми примитивными вопросами там из физики первого курса. Он, конечно, там что-то поотвечал. Комиссия его не стала особо штрудировать и оставила в покое. Трансформеры, битва за Кибертрон. Проходить будешь? Буду, если найду. Если найду диск, то, конечно. Это в учебном заведении у тебя в комиссии преподы, с которыми ты минимум 3 года общался. На работе комиссия чаще всего вообще люди сторонней организации. Скорее всего, так и есть, раз ты так говоришь. Я не присутствовал на каких-либо других представлениях диплома пока что. Да. Ну, опять же, человеческое просто отношение, по крайней мере, какое-то должно быть. Просто так валить это, ну, свинство, как по мне. Сейчас помрем. Отойдите.
Ух, ё-моё, какое это оружие сильное. Да сколько вас мочить-то можно? Вы что там, бессмертные, что ли? Сейчас на скар поменяем тут пушечку. Вот. Я и вообще не разбираюсь про комиссии ТД. Даже не объясняйте, все равно не пойму. Тут главное подготовиться. Да. На все случаи жизни, конечно, готов не будешь, но на основные и большую часть к диплому подготовиться можно. Вообще полный заряд выдерживают ребята. Очень уж они мощные по хпшкам. Скорее всего, сложность так влияет на данную непробиваемость их в плане здоровья. Там он во сколько? В два раза его увеличил на предмаксимальной скорости у этой сложности. Не представляю, что на последней тут творится. Просто тупо. Вот такие забеги по одному-два. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не. Все-все, мы сидим в домике. Сейчас тут отобьемся. Получается, выдвинемся с отрядом. А ты чё не стреляешь-то вообще ничего? Залагал, что ли? И ты не стреляешь. Скинули все на бедного номада. А можно не так близко приземляться, сударь? Реально пофигу вообще, чел. Стоит себе, втыкает. Еще выдерживает триллионы урона. А ну, пострелял чуть-чуть. Так, где он? Еще минус один. Так, у меня ж там это ава не. О, этот. Картинка не поставлена. Сейчас, секунду, ребят. У нас сегодня модер немножечко отдыхает. Делами занялся. Неожиданными. И не привыкшему мне, что надо что-то делать. Как минимум во время трансляции надо тут поднапрячься немножко. Интересно, эти ребята вообще сами могут раскатать этих пришельцев? Конечно, будет долго. Вот просто так вдруг. Задался вопросиком. Сохраненную картинку. Какую возьмем? А давайте вот эту. Да, вот нормальная такая. Так, сохранить как? В изображениях. Save Pictures. Сейчас, ребята, я тут картиночку закончу. Сохранять на стримецки. И почитаю все, что вы там пишете. А то нехорошо. Да не видит он. Что за фигня?
А вот сейчас видит. Файл не является изображением? Почему? Передай хорошего отдыха Модру? Конечно, передам. Он может под конец даже зайдет, но этого я не обещаю. Минус еще один к этот кальмара корабль. Стойте там! Ваш район уже отправлен борт. Хорошо. Загрузить заново. Веб все файлы. Хорошо. Тащи гражданскую на борт, времени мало. Не подпускай ко мне этих тварей! Кого там? Если чего вы орете? Я останусь прикрывать ваш взлет. До встречи на корабле, дома! Удачи! Не подпускай их, мы улетаем! Фиг знает. Надо будет потом поинтересоваться у модератора нашего хорошего. Фиг ли у меня Это рис... Фигли у меня не ставится. Данные из твоего костюма для нас слишком не загружается ценны. Рисунок. Приятно чувствую себя нужно. Ладно. А то так хорошо слышно. Или я привык. Слышно хорошо. А, это, кстати, босс файт, ребята, да. Слышно хорошо, потому что микрофон новый, да. То есть раньше у меня были там чуть-чуть другое микро, а тут у меня микрофон. Как минимум неделю уже. И последние стримы с ним происходят стримчики. Так что теперь звук качественнее и лучше. Да, да. Мы долго не продержимся. У нас есть свой план, и мы его придерживаемся. Спасибо, да, спасибо за поздравления. Там еще пунктов уйма. Так что развиваться есть куда. Стефан, нам с этим ублюдком не справиться. Не отступать. И чё? Тупо урона не наношу. Бежать за ним, наверное. Чёрт, мы не справляемся. Огонь! Огонь! Но урона по нему не проходит. Намат, остались последние борты. Если не хочешь остаться на этом острове, бегом сюда. Ну бежим, бежим, всё хорошо. Hands Yellow Heart Roet. Три штучки. Спасибо. У меня они не прогружаются, конечно, но очень приятно. Какая-то фигня у меня с этими стикерами. Они просто тупо у меня не видны. Я имею в виду, сам не могу их посылать, и кто их посылает тоже. Соответственно. Намат, давай сюда, срочно! Да бежим, бежим. Не кипишуй, дед. Не подбросите, друзья. Алло. Оставайся здесь. Кто-нибудь, к орудию. Есть, сэр. Кстати, это все оружие наших друзей-корейцев. Вот эти все раскрашенные в данного цвета песочного. Тихо. Чё по урону-то так больно? О, вот это видно. Сердечко, спасибо. Очень приятно еще раз. Вообще мы модифицировать это оружие можем, интересно, я не пробовал.
тут типа ЛЦУ, фонарик поставить можно. Вот это я понимаю. Чего с ЛЦУ тупо пропадает этот прицел? Интересная фигня. Это Гриф 14. Приближаюсь к точке эвакуации. Тут еще слишком жарко, но могу приземлиться. Большой-большой мама-робот просыпается. Это плохо. Самое время улучшить пушку? Отменное время. А то наши союзники вообще разленились. Вот и где их помощь? А, понял, минус одна противовоздушная пушка. Ну или как это называется, уже забыл. Ё-моё, это что за кластерный разряд тут был? Ну, чисто маму-робота мы никак нанести урона не можем. Ей что-то покрупнее надо, чем наш мини-пулеметик пришельцев. Ну, сидим, отсиживаемся, чинимся. Стрикленд, это 14-й. Мы над площадкой. Здесь все еще слишком жарко, отбой. Очень занимательные бои, конечно. Тупо спрятался, похилился, нанес максимум урона. Да. Но есть время о чем-нибудь интересном поговорить. Слишком знакомые актеры озвучки. Возможно, возможно, что как-то что-то знакомое они озвучивали. Но я, честно, не разбираюсь в этом. Мне только если пальцем тыкнуть, и я скажу: а, это точно они, да, я его знаю. А так не. Ё-моё, да сколько ты жить будешь? Еще они так взрываются, интересно, типа как мячики отскакивают от, считай, воздуха. Куда-то летят в сторону. Так, понял, хилиться пора. Ёппа-прс-пты. Неужто с самого начала? Ё-моё. Так, а где мы прятались-то? Я уже забыл. А, вон в том заведении. Типа щитовая или что-то подобное. 41 дюйм акустическая гитара норм. Я даже не знаю. Меня как-то друг учил играть на гитаре. Но то была самая обыкновенная. А вот это я не подскажу тебе, вот, я не знаю. Это надо какой-нибудь разбор посмотреть, может. Это Гриф 14. Приближаюсь к точке эвакуации. Тут еще слишком жарко, но могу приземлиться. Вообще вопрос интересный, я даже не знаю.
Так. Прогрессируем потихонечку, сбиваем по парочке этих самолетиков, корабликов и просто кальмарчиков. А ты занимаешься игрой на гитаре, как я понимаю, вот. Потому что, ну, просто так гитарами интересуются, либо их продают, либо играют сами, либо просто помогают какой-нибудь команде музыкальной. Тихо-тихо-тихо-тихо. У нас наш классный преподаватель хочет так прикольно провести наш выпускной. Ну, типа там, не как обычно, сделать что-то наподобие выставки фотографий, там, постоять под музло, рот пооткрывать. А хочет, чтобы мы сделали какое-нибудь выступление, вот. И тоже там гитару подключить хочет из наших имеющихся студентиков. Может, даже танцевальный какой-то конкурс подготовим. Так что все творческое — это интересно очень. И впервые, а так, вообще нет, впервые заказываю из Китая. И впервые попробую гитару. Ага, понял, принял. Ну, у тебя какая-то методика есть, да, то есть... Какое-то пособие, по которому ты будешь учиться. Ну или по ходу дела найдешь. Тоже как выход. Что у нас по заданию-то? Защищайте точку эвакуации. Пока транспорт вывозит людей с острова. Хорошо. Да мы сколько их уже мочим? Минут 15, это точно. Но я имею в виду того, после того, как мы умерли. Я не особо сильно планирую. Планировщик. Сейчас у меня чатик тут опять все закрывает, надо его в другом этом окне открыть, чтобы удобнее было. Но я не особо сильно планировщик. Пойдет как пойдет. Но пока будет как хобби. Понял, принял. Потом посмотрим. Вот отлично, что есть хобби и интересные занятия. Да. Я вот в свободное время увлекаюсь различными книгами. Ну, не сказать бы, что они особо научные. Но книги — это здорово. Особенно, когда литература классическая или около того. Там можно поднабраться определенного разнообразия в свой словарный запас. Просто более, как это сказать, выразительнее выражаться, да. Тавтология. Что, последний корабль остался, что ли? Заходим на посадку. Приготовьтесь. Ё-моё, мы всех разобрали. Пропускная — хорошая тема. Нестандартный запомнится. Да, все так и планируется у нас. Мы ж последний как бы курс на своей специальности. И ребята, преподаватель решила, что надо
очень запоминающийся последний, ну, не встречу, я думаю, просто окончание нашего колледжа. Чтобы мы там с приятными воспоминаниями поздно вечером за кружечкой чая вспоминали, как было хорошо когда-то. Главное, не забудьте все заснять на память. Сделаем, все будет, да, там будет, как я понимаю, своя камера, думаю, и преподаватели, и студенты сделают определенные видеофайлы с нашим участием. Следуйте к транспортнику. А, ну погнали. Ребят тут оставляем на попечительство этому огромному роботу. Кальмаров, а сами уходим. Во имя генерала Паттона, что это? Это, кстати, Стрикланд. Отсюда, наш добыча. Командир, кроме пророка. Ну, как точнее, над пророком. Я морпех, сынок. Я по воде пройду, если надо. Ты дело сделал. Теперь вали отсюда. Приз получен. Я морпех, сынок. Ну, давай, постой, сукин сын. Мы перегружены. Держись! Трагичный момент Стрикланд! Со Стрикландом, да. Погибает очень отважно этот солдат. Был хорошим командиром, солдатом и просто человеком. Загрузочка. Я немножечко начал отставать стрим, сейчас я его тут подкорректирую в другую скорость, ну где-то вот так, да. Держите шляпы, господа. Сейчас будет весело. Ситуация полное дерьмо. Впереди несколько летучих гадов. Не то слово. Не то слово. Что за ситуация? Проклятие. Мы под обстрелом. Держись, держись. Пилот ранен. Откройте. Я, конечно, своевременно. О, наш модератор. Я так и думал, что он придет сегодня на середину либо конец. Очень в нем. Не сомневался. Да. А мы тут были, делали скучные делишки наши, сражались с большими кальмарчиками и победили. А как? Что? Я не понимаю, как лететь. А, все, понял. Ну, и как завершилось делами, так и воскрес. Понял, понял. Видишь своих впереди? Так точно. Вот где иди свои? К ним. Они выведут тебя из долины. У нас сейчас задание с самолетиком, как вы можете предположить. Забираем их. Конвой в воздухе идет к вам. Расчетное время 5 минут. Понял. И чё, ему почему... Дорогой модератор, я чуть-чуть не понял. У меня не сохраняется заставка на стрим. Мне пишут, что типа там... То, что я вставляю, это не является файлом. Все остальное я на стриме сделал. Название там, описание. Можешь, пожалуйста, втыкнуть нам заставку? А то я что-то очень долго разбирался и не понял. Ракеты, пулеметы. Номад, зайди сверху и прикрой взлет. Понял. Впереди противник. Номад, в атаку. Интересное задание вот тут с самолетиком. Номад, прикрой нас, пока мы грузим раненых. Тихо-тихо-тихо. Взлетай, взлетай, ты что? Командир, все готово, можем взлетать. Только не говори, что сражаться нам с этими кальмарами. Район. Чем скорее они взлетят, тем лучше. Отбой. Понял. Какую картинку ставить? Ты же про превью, да. А получается, какую я хотел?
Вот что-то он не летит. Давай я сейчас на паузу поставлю. Подожди, я в чатике сейчас выделю. Ну вот четвертая фотография, да. Вот четвертая. Где вот такой брутальненький он стоит. Я его переслал чуть ниже. Чуть позже удалим. Да. Нам надо расколошматить этих... А тут само наведение-то присутствует? Потому что я фиг попаду так. Само наведение. Будь, пожалуйста, с нами. Блин, неудобно этим самолетом вообще управлять. Тут он по факту всегда снижается. И надо тупо зажимать одну кнопку, ну или поддерживать. Целиться с помощью стика. Вообще неудобно. И самонаводка, кстати, есть, но очень такая маленькая. Чатик, вернись сюда. Да, так. Стандартные баги. Поэтому всю настройку надо за раз сделать. А, все, сделал? Там всего 6 вариантов. Говори номер. Да, я... Все, все, я понял. Ну, еп... Ё-моё. Мы последнего-то разносить сколько будем тут? Ракеты. То вы у нас еще присутствуете? Ладно, полетели. А как лететь-то? Что-то творится. А, ракеты я все потратил, да? Короче, последняя контрольная точка, я ничего не понял. У нас всего 12 ракет. Быстро вы. Да что ж с этими ракетами-то не так? Минус один. То не целится, то не целится. Всех приветствую, дорогие друзья, да. Мы тут немножечко пока страдаем. Непониманием того, что требуется, не снижайся. Сложновато управлять этим летательным средством. И не попали, главное, еще, да? Вот давай вот так. Все. Отлично, идеально. Номат. Ты талант, все чисто. Внимание, талант, все блин. Чисто, продолжайте взлет. Столько страданий. Номат, иди за ними. Отлично, Номат. В 2 километрах есть еще один пункт эвакуации. Давай, Номат. А я хочу так же быстро, как эти ребята, летать. Приготовься. Погода портится. Сфера расширяется. Левее, Номат. Держись подальше от льда. Дай, ты что не взлетаешь? Никто не выходит, мы опоздали. Вот, черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял.
Что творится? Я чувствую, что с самолетом что-то не так. Он тупо не взлетает. Или нам приземлиться надо? Странно. 1-8. Это 6-5. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял. Ну, приземлились. И чё? Его тупо начинает из стороны в сторону шарашить. Сфера расширяется. Либо у меня сейчас джойстик просто тупо не работает, либо я не понимаю. Давайте в настройках посмотрим, как управлять техникой. Походу, я сегодня ночью спать не буду. Ага. Почему это вдруг так резко? Вообще, что я умудрился пропустить? Это же все еще первый кризис. Все верно. Первый кризис, где мы пытаемся не умереть и очень толстых противников убиваем. Ну, там немножечко побегали, выбрались из горы. В горе тоже пострадали там своими заморочками по типу «куда идти?». Выбрались, посражались. И вот сейчас на миссии с самолетиком. Сменить кнопки вверх. Плохая традиция. Вообще, что? Плохая традиция, как спец говорю. Но один стример будет проходить Ori 2. А я хочу посидеть в этом стриме. А, понял, понял. Вот хорошо. Что? У нас есть что? Есть вверх кнопка, вниз. Ускорение на крестик. Сменить карту. Перемещение, взгляд, поворот. В принципе, все понятно, я же это и так использую. Вот, я нажимаю вперед. Он тупо не летит. Крестик. 1-8. Это 6-5. Он начинает снижаться. Есть? Никак нет. Нажимаю на взлететь. Он падает. Вот, черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял. Дичь. Реально какая-то дичь. Сфера расширяется. Левее, Номад. Держись подальше ото льда. Или тут типа с крыльями опять механика. Надо их как-то так понастроить, чтобы... Ну, вроде пока не падаем. А нет, начинаем. Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Не. Нужна помощь немедленно. Это дичь, как на ступ к земле магнитит. Вот смотрите, меня, я вот ничего не нажимаю, он меня начинает по кругу елозить. Заходите на посадку для погрузки. На... Дичь. Сфера расшир... Да, сложно быть зрителем, когда каналов интересных много, особенно по стримам. И единственное, что помню из Крайзиса, в принципе, это большую осьминожку. Достаточно легко, когда времени на просмотр маловато. Но я на стримах не любитель сидеть. И это тупо нас... что? Не знаю даже предположения, какие тут сделать. Но сейчас мы взлетаем, соответственно. 1-8. Это 6-5. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь к следующему пункту. Смыслы тут выбора не дают. Вот пришел подвал, затолкали и сиди работай. Вот так вот, значит, да? Бац,
километра на восток. Но они более адекватные, так что меня не заставляют, не волнуйтесь. Хорошо. Это хорошо. Обратно ли... Тихо. Обратно лететь, что ли? Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Да вы угораете, я не понимаю. Корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перекус. А, нам просто не туда надо было, да? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Заходите на посадку для погрузки. Номад, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас. Вообще странная дичь была. Нам надо в ту сторону, а по факту нам там преграждают путь. Но мы же за гору залететь не можем. Угу. Не можем же? Не можем. Шел... Там что-то в чатике опять плохое говорят о бедном стримере. Походу матрас из подвала опять заберут. Продолжишь, реально заберут. И ПК. ПК тоже заберем. Он опять на месте забился. Хрень какая-то. Сфера расширяется. Я так спокойно смотрю те же стримы в записи, ролики, которые в состоянии премьера. Я тоже обычно не смотрю. А говорят, я злой. Ничего не знаю. 1-8. Это 6-5. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Направляюсь к следующему пункту эвакуации. 3 километра на восток. Понял. Дополнительно защищайте транспортник. Да мы туда пробиться тупо не можем. Как его защищать-то? Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Это Гриф 2-0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Реально не дает долететь. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2-0. Тупо засасывает. 1-8, 6-5. Заходите на посадку для погрузки. Номад. Хоть гайды читай, блин. Сфера расширяется. Левее, Номад. Держись подальше ото льда. Ну вот тот чел, в принципе, просто пролетел нормально. Да? Просто надо было ближе к горе пролететь. Боже мой. Это 6-5. Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. Мы опоздали. Вот черт. Да я за ним же летел. 3 километра на восток. Понял. За ним летел, говорю. Почему ты меня засасываешь? Сфера расширяется. Левее, Номад. Держись подальше ото льда. Ну, летим, нет? Чё? Эта штука двигается? Это типа что? 1-8. Типа урагана? Живые есть? Никак нет. На связь никто не выходит. О, здорово, Инквизитор. Можно меня поздравить, выписали. И теперь возвращаюсь на работу. Грустный смайлик. Ну, поздравляю одновременно, так сказать, с огорчением. Став, показали 30 секунд тизера. Чем? Тизера. Либо трейлер, не знаю, но фильму Соник. А, Соник. И чё, и тут как пролететь? Нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2-0. 1-8, 6-5. Заходите на посадку для погрузки. Ой, тут все было так интересно, просто облететь их. Номад, прикрой нас. Вот тупое задание, вот честное слово, тут не поймешь, как, какая область у этого шторма. Тупо с горы облетаешь, они все засасывают.
Ну что дальше-то не летим? Контрольная точка, поздравляю. Мы продвинулись чуть-чуть дальше, чем планировалось. 30 секунд, скорее всего, это тизер. Трейлеры же по минуте полторы идут. Ну, трейлеры тогда побольше будут. Учла в рации голос, как у настоящего торгаша на рынке. Это просто все мы в душе немножечко другие. Ну ты лететь-то будешь? Или надо спуститься пониже? А, тут еще и определенная высота. То есть выше определенной высоты он поднимается, но там не летит. Какой ужас. Задание с самолетиком. В GTA он так много не вызывало сомнений. Всякого странного, чем тут. Чел разбился. А у них тут месилово. Все, пропускаем. Просто тупо все ракеты в никуда, кроме первой. Это, конечно, вообще дичь. Да они даже не боятся подлетать. Он ко мне впритык стоял. Безбашенные кальмарчики. Гриф 2.0, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. В смысле все Летаем. Чисто? Вот еще один кальмар. Спасибо за помощь, Номад. Возвращаемся на авианосец. Внимание всем! О, все, вот теперь чисто. Впереди по дороге колонна наших. Ведут бой. Помогите им. Босс-вертолет. Но реализованы как миссия стандартная. Миссия лети с пункта А в пункт Б. Но помните, приоритет вернуться на авианосец. Будьте осторожны, отбой. Вас понял, командир. Тут полно противников, но мы попробуем помочь. Дополнительно проследуйте к конвою. Выполнено. Хорошо. Не забываем, что он летит только на определенной высоте. На другой он тупо стоит. Это же не грузовой вертолет с реактивными двигателями, правильно? Это просто так, для красоты. Уже успели окружить колонну. Наши ребята... Ну я пошел, хорошего стрима, здоровья, психики, игре, канала Модеру, чату, стримеру, торгашу. Давай, удачи, Лот. Хорошего вечера. Это там еле держится. Черт, удачных конец. Похождений по всяким интересным местам. Еще одна контрольная точка. Выбирайтесь отсюда, пока можете. Номад, мы возвращаемся на базу. Давай за нами, мы тебя выведем. Еще ребятки тут к нам на хвост подсели. Да. А ракет как не было, так и нету. Задача у нас какая? Вернуться на авианосец. Их там на части. Поддерживаю. Остров с самолетиком это дичь. Да вы можете прекратить настреливать, не? Молодец, Номад. Молодец, Номад. И все. Все по стенкам. Прекрасной горы. Патроны, кстати, не долетают тут. То есть тоже определенная дальность у них имеется. Мы им ничем не поможем. Надо выбираться с этого чертового острова. Бедняги он. Огребают пехотные войска. Ну а мы что? Мы тоже не особо тут. Молодец, Номад. Спасательный отряд.
Так, спуск вниз. Чего, блин? А это нормально? У меня камера тупо слетела. Я ничего не вижу. Ё-моё. Нас врезался этот кальмар. Чел, и просто тупо залагали и застряли в текстурах. Ну, F кораблику. Он не вылазит. Командир, колонна уничтожена. Возвращаемся на базу. Разрешаю. Какое бесячее задание, однако. Номад, мы возвращаемся на базу. Давай за нами, мы тебя. Ну вот это, этот паралак, где я видел внутреннюю часть корабля, это мощно. Да. По-моему, ремастеры делают, чтобы обновить игру, и багов должно быть меньше. Но когда ты обновляешь, появляются новые. Так что тут сложно поспорить с выводами, но... Но они такие, какие есть. Либо сейчас нас кто-то врежется, либо мы сейчас взорвемся от количества... Да, вот в таком количестве пуль по себе поймаем. Ну, зенитки-то работать будут вообще? Тут союзники существуют, в принципе? Или как? Фиг ли нас тут прессуют, эти кораблики? Отлично, Номад! Авианосец в 12 километрах. Все чисто. Домой, ребята. Номад, как слышно? Домой, ребята. Мы на авианосце. Здесь пророк. Прикольная, прикольная озвучка, да. Понял всех. Я лечу. Такая родненькая. Давай скорее, приятель. У меня для тебя небольшой сувенир. Вернитесь на авианосец. Выполнено. Ну вот и все. Мы свалили с острова. Остался вот такой вот большой мама-робот переросток. И надеюсь, с ним никаких проблем наподобие самолетом не будет. Да, друзья, также хочу огласить, что у нас в описании каналчика есть вся подробная информация о том, какого дня, недели и времени суток проводятся стримы и выкладка видео, так что заходите, смотрите. Все в доступе есть. Прогрузочка. Ну и как я вам? Фигово, очень фигово. Про этого бобота осьминожку ты и говорил. Так, и размотаем сейчас его, да. Вообще идея плохая. Вот когда какой-нибудь образец живой пытаешься взять, потому что он явно не мертвый. Просто вырубленный. Делов будет выше крыши. Вплоть до потопления этого авианосца. Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Оживление большой мамочки. Ты сказал, он дохлый. Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких возле генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. О, это наш друг псих. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Мэм. Иди, увидимся позже. Вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был?
спеши, приятель. Ну, вход. А, вот здесь вход, все. Не тупим. Мостик закрыт, сэр. Вам нужен штаб, он внизу. Хорошо. Ничего, как... Номер, тебе сюда. Тут огромное количество различных боеприпасов, ракеты. Наверное, воздух, земля или воздух, воздух. Здравствуйте, дорогие матросы. Ты там был? Да тебе за такую медаль должны дать не меньше. Не сюда, да? Носимся мы, кстати, очень быстро по этому кораблю. А, вот, дверь закрыта была. Все отлично. Пока он не наделал глупостей. До встречи. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Прикольно так все, всю эту секретную информацию разглашать среди штаба и сотрудников ранга ниже. Явно не с земли. Что, если они заблудились? Заблудились? Не важно кто, не важно откуда действовать. Смешная деваха. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр. Нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда... Прикольная аналогия. ...в опасности. Это же нелепо. С тостером. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните. Ну, тупо под зарядочку им кинем. Мне кажется, что это форма... И пусть себе дальше развиваются. Энергию. Почему бы и нет? Не могу сказать, что будет. Если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. Но я, честно говоря, обратно в гору не хочу. Там какая-то дичь происходит. И очень все запутано. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду в оружейной. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Вот честно, по мордасам тебе надавать, мужик. Какую-то дичь несешь. О, кофемашина. Прикольно, прикольно. А тут у вас, ребята, что? Ну, тупо закрыто, да. Закрыто. А, оружейное это направо. Сюда. Здравствуйте. Они повторяются, да. Повторяются. Да, спасибо, ребят. Мы тут внутри огромного космического корабля побывали. А что с тобой делают, пророк? Чисто... Как это называется? Короче, мозг, нервные там все импульсы проверяют, все прочее. А это кто? Это какой-то... Это не из нашего отряда, чел. Да. Ну, разговаривать-то будем или разговариваем уже? Доктор Джилспа, мне надо проверить на костюм.
G-Spy. Интересное имя. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. А, сюда, да? Времени ждем. Ну, погнали, присядем. Со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Все, ускакал наш командир на выполнение смертельно опасного задания. Существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. А звучит отлично. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Сейчас подойдем. Красавица. Какие редкие идут в науке. Эх, будь я на 10 лет мало. А, вот и она. Поставь ее на ту стойку. Тактическое атомное орудие разработано специально под нано-костюм. Опытный образец, еще даже не испытан. Стреляет ядерным зарядом. Тот же прямокомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумали. Опробовать можно? Нет. Так, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пойти на мостик, адмирал не отличается. Так, секунду, друзья. Продвигаемся по интересному сюжетцу. Довольно-таки большое количество диалогов будет на этом авианосце. Но зато сразу все поймем. Тут у них лаборатория. Ну давай, чел, быстрее, быстрее. У нас тут время тикает. Нам надо мир спасать. Не откинется в первые 5 секунд, как начнется вакханалия, например. Да. Мотивирующая речь от капитана. Это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс. Что он делает? Кто? А, он про пророка, видимо, увидел, что он полетел на остров. Кстати, интересный момент, как он переживет этот ядерный удар. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт. И направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция штаб. Это мародер один. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер один. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Радио 1, это конституция штаба.
надеюсь, понял, что вы правы. Вы, я и остальная планета. Запустили большую бобу. Летит. Световое представление. Потом у нас что летит после света? Ударная волна вроде? Или штормовой ветер? И потом ударная волна. Тосфера расширяется! Интересно, кстати, сколько килотонн скинули на данное предприятие пришельцы. Думаю, мы сделали ее сильнее. Свет, ну, свет первым, да, логично. Звуковая волна. Нет, 12. Угу. О, черт. Ударная волна. Угу. Так, немножечко интересных моментов из физики. Так что, если увидите грибочек, знаете. Ну, в принципе, там же есть еще интересные, типа, такие рассуждения, что если вы там как-то мизинцы там что-то там распрямите, увидите ядерный гриб, между ними, типа, у вас есть еще какое-то там время или что-то подобное. У нас все оружие забрали. Это дичь. Тупо мешок пропал. Ну ладно. Еще один пистолет? Где? Мы как эти. Если Дэдпул смотрели, парни и девушки, чисто звук пистолетов стреляем. Но в практическом, кстати, в реальной жизни это невозможно. Целиться и одновременно стрелять — это очень сложно и неприменимо. Спасибо, солдат, за твою службу. Ну что, погнали? И куда? Эти А, вот, все, увидел. Где-то? Вот. В принципе, возможно и применимо, вопрос лишь в эффективности. Ну, честно говоря, второй пистолет можно держать, в принципе, просто как дополнительное орудие. Ну, то есть, первые патроны закончились, чтобы в магазин не перезаряжать, не тратить необходимые секунды, можно достать второй. Или держать в руке второй и с него уже настреливать. Я думаю, лучше отойти, дружище. Вот от такой бибы лучше отойти. А, все нормально? Винтовка Гаусса где? Я хочу себя. Чисто побегать, оружие пособирать. Патроны для дробовика, сам дробовик. Так непонятно, зачем он нам пока. Если тут врагов, в принципе, близ, ну, имею в виду наземных, нет. Тра-т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 а. Мало хп. А, у нас защита не включена была, вот что. Так проседали-то по здоровью. Не нравится, что он всегда на силу переключается. Слишком тупо. Особенно на сложности предмаксимальной.
Вы смотрите, они как это, перелетные птицы, блин. Собираются в стайки и летят. Их бы так ракетным обстрелом встретить, и вообще было бы хорошо. Но, к сожалению, у нас тут своих делов хватает. Защищайте полетную палубу. Выполнено. Отлично. Это еще не все. Номад, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда по транспортеру. Ну, давайте тогда дробовик возьмем. Винтовка Гаусса. Я думаю, в узких помещениях лучше не использовать данную страшную фигню. Или взять. Мне просто интересно, сколько патронов нам даст она. Вот мы взяли, например, с 5 патронами. Возьмем дополнительные и еще 5. Мне нравится. Он где-то за 2-3 выстрела сбить может вот этот кальмаровый корабль. Ребят, здравствуйте. Ну, это он так отъехал, что у них стена прям прилегает. Очень четенько, понятно. В реакторе утечка. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Эти ублюдки все заполнили. Дай знать, когда будешь на палубе. Не-не-не-не-не-не, падать я не люблю. Ни в одной игре и жизни не люблю падать. Механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Проблем пока нет. Да, у меня всегда проблемы. Немножко инверсивно мы ответили с ним. Да. Что за противники тут будут? Не-не-не-не-не-не-не. Тупо огонь в лицо не хочу так. Да. Все хочет убить нас. И этот чел, в принципе, тоже. Ну и что, открывать-то будем, не? Или тут надо в другую сторону? Но в другую-то куда? Тут нету взаимодействий никаких. А, я понял. У нас же есть сила. Да. Черт, я уже решил, что ты тоже из этих тварей. Да нет, нет, я из своих. Эй, сюда! Эй, Нома, мы тебя ждали. В реакторе утечка радиации. Мы долго не продержимся против этих тварей. Если реактор не заглушить, он рванет. Тебе надо на ту сторону. Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда отключить предохранители. Тогда ты сможешь перезапустить реактор. Ну так и запишем. Я все подробно объясню. Когда ты объяснишь? Подожди. Объясни сначала. Для тупых. Ну нет. По ходу дела еще и сражаться это тупо, блин. Надо сразу, чтобы объяснил. Меньше делов было бы. Че, мы сюда уже зашли? А, это перезарядка тупо была. Черт, стержни заклинило. Иди туда и опусти их вручную.
куда-сюда. Тут вода замыкает, прикинь. Не-не-не-не-не, харе. Все. Так, а сюда мы допрыгнуть, может, получим. Ага, харе, хрен там. Не при... Подождите. У нас есть усиление, правильно? А, зажать. Теперь понятно, как работает. Не сюда нам надо, сюда, сюда, а куда? Выше. По лесенкам мы ползать умеем? Умеем. Любимые вентиляции. Сколько воспоминаний. Первый Half-Life, к примеру. Ух, как я их там очень любил. Особенно, когда поднимешься и все застреваешь там. Ну или лагает. Я в реакторном. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Во всех фильмах большие красные кнопки означают, что все будет плохо. Неужто в этих изменилось что-то? Остановка началась. Отлично, Номад. Стержни сейчас опустятся. Черт, стержни заклинило. А по-другому-то не бывает. А, это эти маленькие разведчики пришли к нам. Маленькие кальмарчики-разведчики. Тут слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Номад, покушать пришли. Реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Живые. Сработало. Чё-чё, он залетел уже? Номад, быстрее! Ты должен опустить стержни! Уровень радиации там зашкаливает. Использовать... А, зажать. Да. Понятно. Вот мы сейчас либо помрем, либо нет. Контрольная точка. Похилились, залетели повторно. Хорошо, хоть здоровье так Не, здоровье тоже реактивно тратится. Включаю резервное питание. Здоровье тоже реактивно тратится. Она так по нарастающей, знаете. В прогрессе. Отлично, но ты срочно нужен на палубе. Подходит новая группировка противника. Давай сюда. И тут все замкнуло. Так, тут проскочили. Ну давай, дверь открывайся. Тупо бью со всей силы. Как обычно бывает. И она не поддается. Просто толкнул. Все хорошо. Номад, похоже, ребята на палубе крепко влипли. Беги к ним. Я горжусь, что работаю с тобой. Спасибо за помощь. Тоже было достойно. Достойно с тобой поработать. Это чем так их пробили? Пришельцы торпедами не стреляют. Это я помню. У них максимум, что есть, какие-то бластеры энергетические, ну, что-то наподобие. Ну, взрывных, опять же, еще каких-то плазменных патронов. Но именно такие разрушения они не наносили.
дверь-то откройте, сударь, нет? А, нам не сюда. Вот теперь поднимаемся. А попадать будем сегодня, не? Давай, Зет, хорошего тебе вечера или ночи. Спасибо. Следующий стрим будет обязательно почему-нибудь интересного. Да, давай, хорошего времени суток. Так. Где этот робокальмар с специальным умением поддержки союзников? Вот, это какая-то элитная версия этих разведчиков. Но гаусс-пушка гасит всех, как бы это ни звучало. Еще интересный момент, эти разведчики по факту нападающие кальмары могут прийти за своим родственником, ну, то есть которого мы на палубе видели и захватили наши союзнички. Вот тоже как вариант, типа мести или чего-то подобного. Патроны пулемета заканчиваются, и очень быстро. Еще повылазили. Так, какое у нас задание-то? Пройдите на пилотную палубу. Угу. Ну, давайте пройдем. Вот здесь вот. Нет, мы здесь были. Мы отсюда пришли. Получается, сюда нам? Суперсила. По патронам все очень грустно. Всем покинуть корабль. Всем покинуть корабль. Это для дробовика патроны. Нам такие не нужны. Тихо. Куда загляну? Быстрее, это куда, интересно? Ты нам нужен на палубе. Здесь что-то... Вот был что-то бы пророк, был бы намного проще. У него там энергетическое орудие было. Все, патроны кончились. Которое выкашивало этих дроидов в огромном количестве. Так, здесь пройдем.
Какое запутанное расположение, блин, этого корабля. Это что у нас? Снайперская винтовка? Вообще класс. Она, как я помню, ваншотит мелких и довольно-таки неплохо наносит урона большим ребятам. Поэтому возьмем. Не, здесь не пройти. Гаусс-пушка это вещь. Вещица прям вообще. Так, сейчас патрон на нее кончится. И на дробовик перейдем. Тут хотя бы у нас будут какие-то излишние боеприпасы. Так, нам сюда или нет? Ну, дверь подсвечена как бы зелененьким, так что можно и сюда. Заменить дробовик на пулемет. А, понял, круголя дали. Все хорошо. Мы дали круголя. Сейчас тут пройдем. Здесь. Чего взять? Ядерное оружие взять? Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Покидаем корабль, Номад. Берем транспортник и взлетаем. Ждем тебя! Ё-моё. Нам, конечно, доверили оружие богов тут. Тихо-тихо-тихо. Я хочу проверить на тебе. Эта штука работает? Ну, не знаю, работает ли на нем, но на нас его удары работают точно. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Он стоит, стоит, ждет нас. Берем транспортник и взлетаем. Ждем тебя! Ну, по факту, если попасть точно по противнику, два выстрела с лихвой хватает. А еще один, блин, нашелся тут. Герой. Никто не уйдет. Мы останемся здесь и будем сражаться. А это вообще какой-то жопушник. Заставляет всех вместе с ним тут и помереть. О! Трагичная сцена. Убийство этого командира. Идем, сэр, идем. Номад, ты как там, живой? Более-менее. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Еленой уже в воздухе. Корабль захвачен. Все, кто не ушел, погибли. Держись, сейчас мы тебя заберем. Где наш обещанный босс? Я не понял. Хочу босса. Хочу, чтобы было больно и страшно. Не сюда, что ли? А, понял. Еще скар есть. Взять боеприпасы гаусс-пушки? Где? А у нас нету гаусс... А, у нас есть гаусс-пушка. Сколько у него патронов? 20 штук целых. Так это можно... 10 маленьких противников сбить. Либо где-то штук 5.
или 7 больших. Здравствуйте. Как проживаете на дне океана? Ну, не очень интересно, да? Не буду задавать вам больше такие вопросы. Не обращайте внимания. И как вы предлагаете мне это сделать? Уничтожьте экзоскелет пришельца. Хорошо. Он разрушил один корабль. А нам-то что делать? Просто палить по нему? Это бессмысленно. Это было бы классно. А, у нас же есть ядерка. Кажется, работает. А ядерка не работает. Не, взять гранатомет. Где? Где этот хороший гранатомет? Мы его взяли? Нет. Мы ему урон вообще наносим? Красная точка есть, да, урон наносим. Но не всегда. Давайте пару гранат кинем, в принципе. Да, я же отлетел. Еще эта мелочь тут летает, мешает. Логично было бы стрелять по нему, когда он делает свои энергетические выстрелы, замораживающие. Так, он пошатнулся, это уже хороший знак. Так, у нас патроны в гаусс-пушке кончились. Так, камера не это. Не лагай. Раз, два, все, патроны кончились. Еще гаусс-пушка. Только самое интересное, как в God of War надо... О, у нас помощник есть. Было точнее. Надо елозить, когда нас замораживают стиками в разные стороны. Нафига мне патроны для дробовика? Нам нужно что-нибудь потяжелее. Вот, например, целый бесконечный боезапас этих РПГ. Не-н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 е. Брось каку. Мы невкусные. Да вот ты издеваешься, что ли? Так, гранатомет забрали. Главное еще не помереть сейчас будет. Отбегаем. Да, интересный босс-файт.
Ну, Гаусс пушку ты бы взял, не? Так, отбегаем. 20 патронов Гаусс пушки нам еще пополнили. Вообще бомба. Вот странная фигня, когда он нас замораживает, типа камера как куда-то в бок накреняется. И выглядит это очень странно. Ну. Только не говори сначала. Ладно, хорошо. Кажется, работает. Брось каку. Вот брось, да. Сколько в нее там здоровья влили, блин, разработчики, что ее тупо пофигу на эти гранатометные выстрелы. Пока у нас есть союзники живые, немножечко их на них поотвлекаем. А, все. То есть то, что я там творил, пытался как-то побегать, из Гаусс пушки пострелять, это вообще фигня была. Сколько? 5 ракетниц и дело готово. Держись! Я снижаюсь! Оставьте меня! Уходите! Живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем! Уходите, я сам с ней справлюсь. Только с кем? С моей помощью. Не, ребят. Каким мы не справимся сами? У нас не хватит чуть-чуть сил, я думаю. Босс-файт после босс-файта. Что может быть милее? Разнесли нас за 3 секунды. Только с моей помощью. С ума сошли, уходите. Сидим, не быкуем, так чисто. Ждем, пока нам скажут, что делать. Стараемся. Выполняю. Чисто сидишь, дошмаляешь. Делов-то. Ну, чисто мы вылезем сейчас, а он своими пушками за 3 секунды где-то нас сносит. То есть без проблем вообще. А так стоим потихонечку. Делаем ему неприятно. Спасибо большое. А то я не вижу. Все, минус еще одна. Так, еще один минус. Вон верхний остался. Разберись с пушками, чтобы мы могли подлететь поближе. Ну вот разработчики зациклили тупо эту сцену. Как они пытаются нам донести свою мысль. Еще будут? Будут. Так, Сих, подлетай как можно ближе. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Отлично. Держи высоту. Номад, приготовься.
Это что такое? А, она сигнал, типа, она перехватила, держись, что ли? Кажется, работает. Черт, перехватила сигнал этого робота. Избавься от них. Или нет? Скорее нет, чем да. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Тут спрятаться даже негде. Отлично. Как смогу, так и избавлюсь. А по кому палить-то? По большому дяде боссу или по маленьким? Угу, понятно. Это пипец какой-то, он просто с одного выстрела нас сносит. Надеюсь, ты а где знаешь, прятаться что от делаешь? Этого существа? Ха, я тоже. Давайте зайдем за ко... Отлично. Условно какой-нибудь корабль. Приготовься. Да не могу держись. Я встать тупо. Кажется, черт, эти твари нас окружили. Нет, избавься нельзя встать. Странная фигня. Я тоже. Ядерное оружие не применяется. Отлично. Держи высоту. Номад, приготовься. Держись. Кажется, работает. Черт, эти твари нас окружили. Избавься от них. Хрень какая-то. Приседать будем сегодня, не? Надеюсь, а что со сложностью-то? Чуть-чуть не понимаю. Я даже не успеваю среагировать, они меня убивают. Избавимся, если выживем. Встаем, встаем, Хьюстон, Хьюстон, встаем. Понял, до какого момента надо дожить. Но это сложно немного. Я тоже. Отлично. Держи высоту. Номад, приготовься. Держись. Кажется, работает. Черт, эти твари нас окружили. Избавься от них. Вот если мы за этой штуковиной встанем, он все равно нас дамажить будет. Так, минус один кальмары. Кальмара, корабль. Готово! Поле отключено! Поджай эту тварь! И с атомной пушки! Я уж думал, ты этого не скажешь. Сейчас от кальмарика избавимся тут. И, в принципе, можно будет босса домочить.
Подождите. Секунду. Так, что там? Куда стрелять? Подойти надо? Чтобы он точно не это был обездвижен. Номад, целься по ее пушке. По какой? А, вижу. Выстрел. Отлично, один готов. Один готов. А у нас еще целая куча, блин, их. Сейчас отключу второе поле. Тут их много. Прикрой нас, Номад. Опять в позицию тушканчика становимся. Нам на все пофиг, нам надо убить этих противников. Ну где его там сверху? Продолжай, приятель. Уничтожь эту пушку. Прицелься из атомной пушки. Сейчас сделаем. Кстати, интересная ядерная пушка. Она тупо стреляет. И вроде никакой... Никаких последствий после выстрела не видно. Интересно. Ну и что там, взрыв-то был? А, не было. Отличный выстрел. Так, а сейчас что делать? Последний надо, добивающий, наверное, да? Это главное не помереть. Держимся. Только держимся вот тут. Номад, вот. Эта штука нас сейчас потопит. Разберись с ней. И как? Ракетница, да, опять нужна мне. А, там еще, соответственно, еще второй будет, да? О, мелкие подоспели. У этой штуки на брюхе люк. Попробуй разнести его и выстрелить внутрь. Дело, говоришь. Дело, говоришь, только я сейчас помру. Спешите куда-то, блин. А я помереть. Тихо. Целься по люку быстрее. Чем целиться? Ладно. Па-па-пах. О, черт! Держись! Номад, эта штука нас сейчас потопит! Разберись с ней! Босс какой-то вообще... Не буду выражаться плохо о нем, но очень-очень некорректный. Тупо все пытается нас уничтожить. ХП восполнить некогда. О, черт! Держись! Номад, эта штука нас сейчас потопит! Разберись с ней! Так, минус один, да? Там должна быть еще вторая.
Хорошего вечера, да, Серафима. Спасибо большое. Мы тут стараемся максимально весело провести время. Да, ребята? Максимально весело. И концовочка какая-то убитая, по-моему. Они затянули ее жестко. Я, конечно, понимаю, интересный босс-файт, все дела. Но он тут выглядит очень уж это... Сломано. А когда стрелять? Как обычно, больно и непонятно. Примерный план я понял, как делать. Выносим первую пушку. Вывозят нам мелких противников. Да. Забываю, броня... Без брони не живем долго вообще. Уничтожаем первую пушку, да, я мысль продолжу. Вылазят противники. Не, на гаусс-пушку им пофигу. Я не понимаю. Если эта штука вот ядерными ракетами стреляет, блин, бесконечно, пусть стреляет и уничтожает все, что живое тут есть. Нафиг мы страдаем? Оружие какое-то ищем. Желательно. Сидим от обороны. У этой штуки на брюхе люк. Попробуй разнести его. Спасибо, спасибо за намеки. Пистолеты топ, когда в умелых руках. Так, по нам еще что-то палить будет? Нет? Хорошо. Напрямик. Номад, пронеслись. Вот вылезли, сейчас помрем. Вот. Да. Притом сам себя же убил. О, черт! Держись! Номад, эта штука нас сейчас потопит! Разберись с ней! Что все так неудачно-то складывается? Будем потихонечку выманивать противников. У этой штуки на брюхе люк. Попробуй разнести его и выстрелить внутрь.
честно, еще раз мы помрем, голос тупо им отключу. Чисто одни и те же фразы, не весело слушать. Ладно, мы выжили. Мы не быстро, не тупим. Вот случайно, вот, чтобы не помереть. Номад, целься по люку быстрее. А что, чем по нему целиться? Вот чем? Вот этой фигней она не целится. Промазал. Бывает. Нычка чисто, такие сидим под полом. Они до нас достать не могут. Нычка найдена, ребят, все. Патроны к нашему Скару заканчиваются. И думаю, у нас скоро... Нет! Нет! Тупо на ускорении он даже не остановился. Ладно. Все, минус один. Наша техника очень проста. Сидим себе, ничего не делаем. Пока не замочим первую волну. У этой штуки на брюхе люк. Попробуй разнести его и выстрелить внутрь. Дело, говоришь. Так. Номат, тут осталось чуть-чуть противника. Проскочили. Хорошо. Гаусс патроны взяли. Что по нам стреляет в данный момент? Номад, целься по люку быстрее. Целился, блин, у нас патроны кончились. Тяжело. Может, тут есть какая-то определенная тактика, как этого босса надо разваливать. А еще фиг знает. Я гайды не смотрел никакие, думал, босс будет как бы, ну, полегче. Так, смысл упали? Все, слишком много лишних действий делаю. Надо спокойно. Успокоились. Дышим носиком, выдыхаем ртом. Да. О, черт! Держись! Пу-п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 у. О, черт! Держись! Минус это.
Она вообще очень больно стреляет. Этот вариант вообще не пройти. Сидим, хилимся, ребята, Томат, сидим, хилимся. Так. Пробегаем. Но желательно без люлей бы пробегать, нет? А, что делать? Тут фиг знает, что делать. Ох, как отлетел, бедняга. Отлетел жестко, да. Его с пушки можно просто снести, что... И это все получается? Мы сейчас разносим этот люк. Да. Поджари этого сукина сына! Боже, сколько времени заняла эта последняя стадия. Приз получен, столкновение. Последний прыжочек. Все. Держись. Давай, псих. Вперед, живо. Это было сложно, дорогие друзья. Местами казалось, что невыполнимо, но мы это сделали. Мы победили этот босс-самолет. А взорвался он знатно. Прям водовороты какие-то энергетические начали создаваться.
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Затравочка на следующую часть. Да ты не поверишь, браток. Да. Это пророк. Он жив? И похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся. А я поздравляю вас, дорогие друзья. Мы закончили первую из серии Crysis Remastered. Игра была недолгой, но по своей сути очень нелегкой. Да. Особенно не дались механики полета мне, ну и последний босс. Ну, еще немножечко пополтали в корабле пришельцев. А так, в принципе, все неплохо было. Да. Всех благодарю за просмотр. Вы были на канале Gathering with Crow, да. В описании есть плейлист с прохождением, так что, если заинтересовало, можете просмотреть. Игра коротенькая, там максимум несколько серий, да. А на сегодня... Да, на сегодня все. Желаю всем хорошего времени суток. Спасибо большое, Инквизитор. Да. Тоже. Так сказать, вернуться в прежнее русло. В нормальном расположении духа быть. И всего хорошего. А на сегодня все. Всем пока.